Это почему важно? Потому что, так сказать, очень часто... Теорема про эрмидовость. Очень часто надо понять, почему можно разложиться. Вот, как бы очень удобно, когда мы не знаем, так сказать, как искать волновую функцию, какой она вид будет иметь. Вот давайте ее представим в виде разложения по какому-нибудь полному набору. Полные наборы вы прекрасно знаете. Вот, например, плоские волны дают вам полный набор. И, так сказать, разложение по плоским волнам это дает, называется преобразованием Фурье. Вот. И дальше вы уже задачу сводите к поиску коэффициентов в разложении по плоским волнам. Вот это вот подчас срабатывает очень хорошо, потому что можно там, так сказать, бывает сказать, что давайте-ка я буду искать ограниченное количество этих коэффициентов. И вместо вот, так сказать, решения там хитрых дифференциальных уравнений, вы задачу сведете на решение там системы конечных алгебраических уравнений на эти коэффициенты. Вот, поэтому можно наработать себе таким образом заметное упрощение в жизни. Вот. Но про полноту, так сказать, вот каким боком я хочу сказать. Вам нужно знать, является система выбранных функций полной или нет. А то, может, вы, так сказать, вот начинаете разлагать по каким-то функциям, а нельзя. Что значит полная, например, вот в смысле векторов? Вот в нашем трехмерном случае базис является полным, если мы любой вектор по нему можем разложить. Вот, так сказать, тройка, она, так сказать, полна в том смысле, что любой вектор мы можем разложить. Двух векторов нам не хватит. Это не полно. Такие вот три вектора в плоскости тоже не полны. Вот. Ну, ладно, давайте я не буду вас мучить, так сказать, этим делом. Может быть, мы ограничимся тем, что я уже сказал. Давайте. Тут у меня как бы есть такой пример, но просто вы довольно бодро отвечаете, поэтому я не знаю, стоит ли вам его как бы излагать. Такой пример простой, что если мы возьмем вот частицу в яме, то очень легко проверить соотношение ортогональности и полноты. А, так сказать, вот теорема нам говорит, что у эрмитового оператора спектр будет ортогональный и полный. Вот. Ортогональный, это значит, когда... Что такое ортогональность? Знаете? Произведение. Это когда векторов. А когда у вас есть две функции? Ну, интегралы. Да. Вот тут вот я писал вам, так сказать, вот такую скобку с двумя функциями, так сказать, одну на другую. Значит, первую берем комплексно сопряженную, умножим на вторую. Если получаем ноль, то это ортогональная. А если там, вот, скажем, там единица, то это нормированная на единицу. Вот. Очень хорошо. Ну, в общем, легко вот проверить, так сказать, такие вещи для частицы в яме, а еще проще, так сказать, вот в качестве примера я обычно так беру, но сейчас не буду делать, ладно. Частица в ящике с периодическими граничными условиями. Когда у вас, так сказать, ну, очень любят такие, так сказать, задачи в физике твердого тела, когда... Ну, вот, ну, это с периодическими. А? Борна-Кармана. Да, 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 да. Когда у вас, так сказать, как бы здесь значение функции равно значению функции здесь. Тогда, так сказать, у вас не синусы будут, синусы это комбинация двух плоских волн, а сами плоские волны сами будут, так сказать, решениями. Поэтому там еще проще, так сказать, писать короче. Вот, и проверять эти вещи, так сказать. Вот. Ну ладно, в общем, тут, конечно, есть кое-какие свои любопытные вещи, там вот, ну, бокс мы пока оставим это дело, может потом как-нибудь обсудим. Давайте пока вот у нас еще тут есть минутка законная, вот что мы обсудим. Про оператор координаты и импульса, так сказать, можем найти их собственное значение и собственные функции. Да. Ну-ка давайте на словах тогда мы, так сказать, это найдем. Ну, то же самое запишем там для импульса. Ну, давайте для импульса. Типа Пси равно Эф Си, Пф Си равно Пф Си. Ну, так, значит, давайте все-таки мы это... Ну, минус Эх, Д, П, З, И.
и h d под x, так. Си, p там как бы. Си, так. Ну и равно, ну да, равно p, которое, да, собственно, значение. Да, да, p. Да. Си, p. Так, замечательно. И, так сказать, какое решение у нас будет здесь? Там, по-моему, e в степени... А чё, какое, так сказать, чё мы сразу прям не видим? Производная от функции равна самой функции. Ну, экспонент, да. Так, значит, это будет у нас e в степени p делить на h. Да. P делить на h, x, значит, вот вместо этого, если мы это обозначим через букву k, вот, то это будет e в степени kx. Вот. Замечательно, это значит, мы как бы, так сказать, легко и быстро с вами обсудили, и мы понимаем, что спектр этого оператора будет какой? Вот там, вот там вот у нас... А, непрерывный случай. Да, значит, поскольку P или K у нас могут меняться как угодно, то спектр будет этого оператора непрерывный. Он будет дискретным, вот если бы мы сказали, что, так сказать, начали бы накладывать какие-нибудь граничные условия, типа того, вот, что я вот сейчас вот стер, что волновая функция здесь должна совпасть с волновой функцией здесь, немедленно мы бы получили квантование по импульсу. Вот. Всегда, так сказать, квантование идет только из граничных условий. Так, ну, тоже, так сказать, как бы можно убедиться в том, что этот оператор, вот этот вот оператор, он будет Эрмитов. Каким образом? Значит, нужно вот... взять комплектность. Да. Ну ладно, раз вы это... И по частям взять интеграл. По частям взять интеграл. Значит, коль вы это у нас хорошо все знаете, так сказать, это мы тоже оставим. А тогда я быстренько у вас поинтересуюсь вот чем. А если теперь мы, так сказать, обращаемся к оператору координаты. Вот. К оператору координаты, которые есть просто умножение на координату, то у него какие будут собственные функции? Ну, сами координаты. Как понять? Как понять? Давайте вот так вот, так сказать, как бы x, вот это вот как бы оператор координаты, так сказать, он действует на волновую функцию, ну, на, просто на функцию там, пси от x, и, так сказать, я получаю это просто вот x умножить на пси от x. Это как бы как он действует, просто это есть умножение на координату, это мы можем, так сказать, просто определение, что он умножение. А дальше я должен сказать, что подействовав на функцию, я получу какое-то собственное значение на эту же функцию. Вот, вот это уже задача на собственное значение записана. Это определение того, как он действует, умножение. А это задача на собственно. И как ее решить? Потому что домножаешь на что-то обе часть. По-моему. А? На что-то домножать там надо. Уже не помню. Я не помню. Смотрите, значит, так сказать. Ну а какие функции получим? Переносим все в одну сторону. Вот так вот. Равно нулю. Годится? Вот, значит, теперь смотрите, когда у нас это хозяйство может быть равняться нулю, когда либо это равно нулю, давайте как мы это самое сейчас, так, вот, отсюда мы получаем, что либо x равно каппа, и тогда у нас фи любое, если это ноль, фи, так сказать, любое число. Вот. Либо, значит, если x не равно каппа, вот, то что надо тогда? То фи равно нулю должно быть. Давайте теперь я нарисую эту функцию фи от x. Вот. Раз мы ее как бы, так сказать, вот у меня вот, скажем, там 0, вот сюда пошло x, а здесь где-то это каппа число. Да не функция, что ли? Да, похоже, потому что, так сказать, где x не равно каппа, мы должны иметь везде 0. Вот, здесь везде 0. И в одной функции только она любая должна быть. Но, так сказать, поскольку у Эрмитова оператора функции, так сказать, можно, являются ортонормированными и образуют полную систему. Ну вот давайте сейчас мы это быстренько здесь в одну строчку все проиграем. Значит, вот эта вот функция здесь может быть любой.
Но ее нормировать можно на единицу. Значит, если она похожа на дельта-функцию, то вот, значит, я тогда и так вот напишу сейчас пока. Си фи от x, это, скажем, там некоторая c на e на дельта x минус каппа. Вот. Так. Ну, вот смотрите, с нормировкой, значит, как тут будет с дельта-функциями, так бывает. Дельта от x минус. И это я вот что пишу, какой интеграл. Вот такой вот. Пси. Значит, что является тут собственным значением? Собственным значением является каппа. Поэтому вот у фи я вот этот вот, так сказать, индекс здесь напишу. Обычно собственное значение пишут всегда внизу, вот у равновой функции. Здесь вот фи от каппа от x, значит, а тут вот, скажем, фи, ну, какой-то m от x, значит, это как бы будет дельта-функция x минус m, а тут каппа. Вот, и как бы я думаю, что это будет дельта от каппа m, символ Кронекера. Вот, значит, здесь капса, здесь будет дельта от x минус m, значит, на dx. Вот, ну, что я, как эти интегралы должен вычислять? Значит, если у меня тут какая-то функция была, любая функция f от x, то я должен в ней вместо x подставить m. Вот, и тогда я получаю просто каппа минус m, ну или m минус каппа, без разницы. Вот. Ну, это вот, так сказать, ну, фактически это вот аналог, вот я и получил то, что они ортонормированы, вот эти вот эти функции. Вот и все. Поэтому коэффициент вот здесь вот, так сказать, единицу не надо выбрать, а она будет правильно нормированная функция. Ну ладно, что это помотать. Ну хорошо, значит, мы, так сказать, как бы поняли, что у оператора импульса плоские волны собственные значения, у оператора координаты вот такие вот. Вот. Значит, ладно. Это мы как бы поняли. Еще, может быть, вот что мы успеем понять. Успеем понять вот что. Матричные элементы, вот, так сказать, как нам переписывать дифференциальные операторы вот такого вот типа, вот как там x или там d по dx в виде матриц. Это мы умеем переписывать. Вот, значит, нужно обложить эти операторы вот. Так сказать, если в координатном представлении мы хотим получить матричное представление оператора, то нужно вот этими вот дельта-функциями оператора вложить. Ну, например, вот так вот. Вот, давайте быстренько я только, так сказать, скажу, и все. Мы уже, я просто смотрю, на чем мне еще кончить. Ну, мы на этом и кончим, ладно. Остальное, так сказать, обсудим. Вот еще может быть что. В состоянии ли мы, так сказать, какие-нибудь задачки решать? О чем? А? О чем? Ну, связанные вот с этим делом, вот, так сказать, можем ли мы, например, да, вот взять вот, скажем, матрицу 2 на 2, вот такую вот, C1,1, C. Где тут у нас 1,2 будет, хорошо, C2,1, C2,2, вот матрица 2 на 2. Дальше нам говорят, что, ага, вот если это матрица Эрмитова, вот, то мы можем показать, что у нее собственные значения будут ортогональные и ортонормированные. Ну, ортонормированные это уже достаточно. Вот, что значит матрица Эрмитова? Ну, то, что если мы ее комплексно сопряжем, она будет уже равна трансформированной. Совершенно верно. Вот. Поэтому как бы вот этот и этот коэффициенты, они будут связаны, как, так как вы сказали. Вот.
Ну, в общем, вот нехитрая процедура вот здесь вот, так сказать, показывает, что действительно это как бы одно в другое переходит. Что если вот эрмитова матрица или там вообще эрмитов оператор, то вот это подтверждает общий вывод, что у него спектр будет ортонормированный и полный. Вот. И полный. По нему можно все разлагать. Вот. Ну хорошо. В общем, таким образом, как бы мы основное все, мне кажется, так сказать, обсудили. Дайте я сейчас смотрю, что тут такое любопытное можно пропустить. Да, ну еще такое можно замечание было бы сделать, наверное, что вот, так сказать, мы сейчас с вами обсуждаем квантовую механику при как бы чистых состояниях. Что такое чистое состояние? Это тогда, когда можно указать, что характеризовать систему волновой функцией. Далеко не всегда это вообще можно делать, когда у вас система находится при конечной температуре и взаимодействует с термостатом. Вот. Когда вы вот взяли этот атом и поместили в термостат, и, так сказать, этот атом взаимодействует там как-то, так сказать, электромагнитными силами, например, с окружением, система становится очень сложной, и вы, так сказать, решить прийти вот к такому вот простенькому уравнению не можете. Вот, вот когда была вот такая вот задача, то вы волновую функцию нашли, нашли то, что называется чистое состояние. Вот, так сказать, хорошо. А когда у вас есть термостат, тогда взаимодействие с термостатом, оно не позволяет вам найти волновую функцию всей системы в целом. Вот. И тогда получается, что можно задачу хоть как-то обсуждать, когда, в случае, когда взаимодействие с термостатом мало. Вот. И к чему оно приводит? Оно приводит к тому, что вот эти вот основные состояния, так сказать, вот, которые вы там как-то нашли, они будут заселены по-разному, в зависимости от того, какой силы взаимодействия с термостатом. Оно может характеризоваться температурой. Вот если температура низкая, взаимодействие с термостатом там маленькое, то система может высадиться в основное состояние. И тогда систему уже как бы нужно описывать не волновой функции придется, а вероятностью нахождения вот в этих вот разных состояниях. Ну и, так сказать, когда у нас есть вот понятие температуры, то, так сказать, заселенность вот разных состояний возбужденных, она будет вот, вот так вот выражаться, более гибсовским множителем. Как бы основное состояние будет наиболее заселено, возбужденное уже, так сказать, при низкой температуре, может быть, и вообще не заселено, а если поднять температуру, то потихоньку вы можете их начать заселять. Вот. Поэтому как бы с температурой речь в квантовой механике сильно осложняется. Тут уже надо тогда вспоминать про матрицу плотности. Вот. И такими простыми вот соображениями обычно уже не обделаешься. Вот как-то так. Ну чего, мы спросить что-нибудь хотим? Можно спросить что-нибудь. Ну и как бы я уже мыслю закруглять наше. Ну лучше сами повторим дома квантовую. Ну, сами знаете, носите. У меня просто старые тетради остались. Я как бы намекаю вот на что, что, так сказать, мы вот здесь вот тратим с вами там 3 часа времени. Вот. 3 часа времени. Оно и есть учение. Вот утверждение, что я...